За 2013 год выявлено 153 новых случаев рака молочной железы, рака шейки матки 75, а всего рака женской половой сферы более 180 женщин. Впервые диагностированы заболевания в 2013 году. Вообще на учете стоят с раком молочной железы 1151 женщина, из них более 5 лет 550 женщин. Рак шейки матки всего состоят на учете 503 женщины и более 5 лет наблюдаются это 273 женщин.